Одним из приоритетных и знаковых в этом году стал нацпроект «Экология». В его рамках в 2020-м завершилась рекультивация полигона твердых бытовых отходов в Федоровском. Напомним, это была крупнейшая несанкционированная свалка в Сургутском районе. За 30 лет существования на ней скопилось более 110 тысяч кубометров отходов общей площадью 7 гектаров. По нацпроекту «Экология» также реконструируют водоочистные сооружения в Линторе. Сейчас работы находятся на завершающей стадии. Безусловно, реализация этих мероприятий очень важна. Она нам дает возможность улучшить качество водоснабжения в городе Линтор, таким образом увеличив долю граждан, обеспеченных качественным водоснабжением, с 49% до 81%. Следующий объект на очереди – это ВОС «Федоровский». На сегодняшний момент готовится проектная документация.